Сегодня в кои-то веки встал пораньше. Решил пойти на обсерваторию. Надеюсь, что там кто-нибудь не встретится. Лошадь уже встретилась. Но тут много всяких животных. Но я надеюсь, что мне встретится кто-нибудь из диких. Поднимаюсь потихонечку наверх. Встречаются следы периодически. Но не очень свежие. Видимо, когда снег только выпал, они спускались. А сейчас, возможно, наверх уже поднялись. А вокруг, в общем, вот такая вот красота. Очень красивые облака. Я уже сфоткал на телефон, правда. На самом деле, раньше я любил, вот, чтобы было без облаков небо. А сейчас я понял, что с облаками гораздо красивее. Только я стал распаковывать фотоаппарат, чтобы не идти с пустыми руками. Остановился и заметил то ли Туров, то ли вон. Это леса, походу. Оказалось, что это не лиса совсем, а шакал. Я даже сейчас заметил, как то ли ворон, то ли какой-то. Ну, это было похоже на ворона, по крайней мере, он улетает. Я заснял вроде как он, они там между собой пытались устроить разборку. Ну ладно, уже не зря сходил. Надеюсь, это не последний животный, который сегодня встретил. Шакал ушел дальше по склону, а мы двигаемся наверх. Подошел уже к водопаду. Есть мнение выше по склону пойти в обратную сторону, потому что все местные охотники, как-то шакал, и там был орел какой-то, возможно, бородач. Но это не точно. Вот. Они полетели в ту сторону. Я думал, что они знают, куда они летят. Поэтому, скорее всего, все, поднимемся выше там. И пойдем обраточку. Хотя вон какие-то следы есть. Не знаю, врачи. Похожи на лиси. Слишком частые. Тур довольно длинный. И следы у них, соответственно. Довольно длинный. Фу. Ну ладно, идем наверх. В общем, около водопада осматривал склон через объектив. Значит, противоположный склон, он там заметил большой табун с самцами. Сейчас вот двигаюсь там в ту сторону, чтобы что-то заснять. Но они заметили движение. Начали отходить. Не знаю, сейчас может на какое-то время привстать, чтобы они приуспокоились чуть, подрасслабились, чтобы подольше поснимать, потому что, конечно, важно близко подойти, но подольше поснимать тоже интересно, может, даже более важно. Thank you.
В общем, поснимал чуть-чуть я здесь туров, насколько получилось. Но они довольно далеко. Они вон на том склоне. Они сейчас там прилегли, по крайней мере. Я видел там самку и двух турят. Возможно, это тех, которых я уже фотографировал здесь. Я думаю, сейчас я так вот зайду с этой стороны горы и вдоль буду прокрадываться к ним, насколько получится. Может, что-то сниму. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Мне сегодня везет в плане съемок. Тут прям целина-целина. Тут прям сидят на скале все еще вроде. Оборудование у меня на полном готовности, кроме дрона. Ну, дрон я решил использовать в крайнем случае, потому что не хочется животных пугать, гонять их сейчас там по снежным склонам и так далее. Да и как бы интереса нет спортивного. Так, ладно, надо проверить, насколько. Там какие-то шевеления начались. Они что-то встали, не знаю, куда сейчас пойдут, вверх или вниз. Ну, вот, я сейчас спускаюсь к реке вот туда вот. Придется ее преодолевать. Не знаю, как придется обходить, потому что они в таком месте сели. Они прошарены на самом деле. И отовсюду видно. То есть мне придется чуть ли не по теневой стороне подниматься. В общем, посмотрим, что там из этого выйдет. Скорее всего. Ну, все-таки найду какой-то. Может быть, они еще спустятся к водопою. Да. Это будет вообще шикарно. Ну, как минимум, я ниже по ветру. Это мне даст преимущество в плане обоняния, они меня не учуют. Вот. И плюс, я надеюсь, все-таки найду какой-то. Мне кажется, все-таки вот на склоне там не так будет. Не будет меня видно. Проблема в том, что я их тоже видеть не буду, скорее всего. Ну, то есть, если они меня не будут видеть, я их точно не буду видеть. Вот. И надеюсь, они к тому времени не уйдут. Ну, если что, всегда есть дроби. Идем наверх. Я спустился к реке, хотя я говорил, что идем наверх. Ну, в общем, сейчас буду ее перепрыгивать как-то. Не знаю, это довольно тяжело. Даже не столько тяжело, сколько. Какие-то насекомые ползают. По снегу. Это нереально, по снегу ползают какие-то насекомые. Их довольно много. Удивительно. Я думал, на зиму все насекомые впадают в спячку. Оказывается, нет. Так, ну ладно, что. Раз, два, три. Ёлочка. Лети, вот. Ну вот, все оказалось не так страшно. Ну ладно. Так, ну теперь точно идем наверх. Буду сжаться как можно ближе к теневой стороне. Поднимусь на их уровень, дальше пойду до склона, потихонечку буду подкрадываться. Надеюсь, все получится. Я потихоньку подкрадываюсь вдоль склона. Надеюсь, они там уже сидят.
Посмотрим, что сюда выйдет. Как обычно. Осталось, мне кажется, немножечко. Вот дальше, сколько тут? Метров, наверное, 30-40. Дальше идет перегиб. И оттуда уже должно быть видно. Сделал несколько кадров. Ну, блин, немного неудачно я появился. Испугнулся. И они убежали. Но, ну, как бы я снял несколько кадров, сделал, на видео, правда, не снял. Но видео надо ставить так, чтобы они не заметили. Типа, когда они тебя не заметят, ты аккуратненько разложил и снимаешь, как они живут себе. Ну, пойду попробую за ними пройти. Может быть, получится что-то еще. Как минимум, уже что-то есть. В общем, удалось заснять несколько кадров на фотоаппарат и кое-что на видео. И самое клевое, нашелся второй табун. И он огромный. Там точно больше 20 голов. Вот этот табун, который я сейчас встретил, ну тут может десятка-полтора. Сейчас они вот здесь поднимались вот по этим скалам. Вот. А вон на той стороне, я не знаю, видно или нет, вот на той стороне, где такое большое белое поле перед ним, пасется огромный табун. Вот. И я сейчас думаю, что я время дрона настал. Ну что самое приятное, позади, всех отснял, дрон только один вылетел, вот, одну батарейку только, вот, значит, те, что вблизи были, я что-то их не смог разглядеть, потом здесь из-за скал, в общем, плохой сигнал был, ну, такой там, как сказать, в общем, ничего не получилось, ближний заснять, но зато дальний, дальний табунище я заснял, и он просто нереально огромный. Я не знаю, сколько там голов. Я попробую дома посчитать, напишу. Но мне кажется, голов 40 там, наверное, было. Ну, в общем, нормальный такой табунчик большой. Хотя, конечно, все равно редкий просто на книжный вид вроде как. Ну, в общем, вот. Так, теперь я буду возвращаться примерно так же, как
Или вон там спуститься. Блин, нет, я буду возвращаться так же, как пришел, потому что, ну, примерно. Потому что очень, ну, тяжело по снегу ходить, опасно, там можно проскользнуться и упасть. А у меня там полный рюкзак техники. В общем, вот. Ну, суперски. Ну, двигаться вниз, по крайней мере, теперь не нужно особо. Не нужно особо, ёшкин кот, не нужно особо это самое, осторожно идти, по крайней мере, в плане шумов. Можно поспокойнее двигаться. Потому что кого-то там спугнуть уже, всех, кого можно, мы спугнули. Фу. Ладно, идем вниз.